поняла. Я спрашиваю, что творится на столе? Я. Быстро! Вот такой ролик на YouTube. Мать орет на ребенка. 1000 просмотров, кстати, 113 классов. А ведь за такой стиль воспитания скоро можно будет получить штраф. Губернатор Виктор Томенко эту инициативу поддержал. На заседании по молодежной политике, которое прошло в регионе, высказалась Наталья Агре. Член общественной палаты заявила, маты сводят на нет всю работу, которую проводят воспитатели в детских садах и учителя в школах. Воспитание – это не только комплекс определенных действий, но еще и культура речи. В то же время российским законодательством не предусмотрена ответственность за оскорбление ребенка. В законе нет отдельной статьи. Я наказываю твоего сына, тварь! Наказываю! Я все записал. А ты, ублюдка, роди своих детей! Психологи говорят, что этот закон противоречит нашей культуре, но они же ставят знак равенства между нецензурной лексикой и эмоциональным насилием. Хуже только то, что за этим следует физическое насилие. Поэтому психологи уверены, такая инициатива нужна, ведь тогда есть шанс избавиться от установок «бьет, значит, любит» или «стерпится, слюбится». Неправильно думать, что любовь можно заслужить побоями или унижением, говорят специалисты. Это не норма, и ребенок этого еще не понимает. Отсюда и последствия. Комплексы не просто так рождаются. Вот это и есть последствия различных, да, форм унижения ребенка. Или, например, когда мы не уверены в себе, что у меня там не получится, я недостоин, да, или я заслуживаю того, что со мной так поступают. Потом идет некий, знаете, механизм запускается, саморазрушение. Ты меня доводить право имеешь? Тебе только что объяснили, вали отсюда, ты не понимаешь, по-русски еще со мной споришь. Что о новом законе думают барнаульцы и позволяют ли они себе при детях тот самый трехэтажный? Идея хорошая, но я думаю, это какая-то утопия. Утопия? А у вас есть дети? Да. Как с ними разговариваете? Иногда через мат. Материли твои родители, матерюсь и я. Но у нас как бы надо просто понимать, где ты, ну, находишься. Если ты находишься в обществе, как бы, то есть ты находишься в общественном транспорте, как бы, ну, наверное, надо за языком последить. Мат – национальное достояние России, а сейчас его превращает в разговорный язык. Это глупость натуральная. Ну, когда ребенок матерится. Это ужас. Альтернативное мнение на Ютубе. Сюда заливают ролики «Дети матерятся, смешно до слез». Скажи лук. Лук. По лбу стук. Скажи чеснок. Чеснок. Здравствуйте, дедушка, мама, ты сюда. Моя Настя, моя Настя. Пошла. Предложение штрафовать взрослых есть, а как, за какие конкретно слова и насколько, пока непонятно. Также неизвестно, кто будет вести контроль за поведением родителей. Но стоит ли вообще оскорблять или поднимать на свое чадо руку? Мой ответ – нет. А как считаете вы, подумайте сами.